Привет всем подписчикам и зрителям канала Алкофан. Сегодня начну готовить домашний амаретто. Для этого чудесного ликера у меня есть 50 грамм сырого миндаля, 50 грамм ядер косточки абрикосы, 3 грамма растворимого кофе, 1 небольшая палочка корицы, 3 перчинки душистого перца, 2 гвоздички, 2 чайных ложки ванильного сахара, 150-200 грамм простого сахара, 150 миллилитров чистой воды и пол-литра водки или просто разбавленного спирта. Миндаль заливаю горячей водой и даю постоять минут 5-6. Время прошло, с помощью рук отделяю миндаль от кожицы. Миндаль очищен, и теперь его нужно подсушить и подрумянить на сковороде. В конце я добавлю к миндалю измельченную гвоздику и измельченный перец. К миндалю досыпаю перец и гвоздику и держу минутку-две на огне. С помощью скалки я измельчаю миндаль, абрикосовые ядра, корицу и засыпаю их в банку. Далее нужно приготовить сироп из кофе, ванильного сахара, сахара и воды. Есть два варианта: просто смешать с горячей водой или же сделать карамельный сахар и потом смешать с водой. Я сделаю просто с горячей водой. Заливаю сиропчик в банку. И даю остыть до комнатной температуры. Когда смесь из орехов и сиропа остыла, я добавляю водку. Запах уже просто очаровательный. Закрываю крышкой и отправляю настаиваться в темное место на целый месяц. Амаретто настаивался ровно месяц. Теперь я его профильтрую через ватный фильтр. Начинаю дегустацию домашнего амаретто, который взят из сайта labspirit.ru. Давно меня подписчики просили сделать рецепт амаретто домашнего. Наконец-то нашел более-менее подходящий рецепт. И также закушу амаретто копченой перепелкой и попробую куриное крылышко копченое. Не знаю, сочетаются ли эти закуски. Закушу и скажу вам, да или нет. Наливаю. Есть у меня новость, одна такая не очень, скажем так, хорошая. Разбил я свой любимый графинчик. Так что пока буду дегустировать по старинке из чайничка. Итак, амаретто на цвет, как амаретто, красивый, глубокий, коричневый цвет с таким вот хорошим темно-бронзовым отливом. Хороший цвет, мне нравится. На запах. О, ну запах настоящий такой, именно амаретный. Косточка. Ванилечка. Кофе, класс. Орехов, запах просто, я восторгаюсь, классный. Пробуем. Супер, говорю сразу, рекомендую. Вкус хороший, вот именно амаретто. Как для домашнего ликера, это просто бомба. Хорошо выделяется именно нотка косточки, то есть миндальная косточковая основа здесь просто великолепная есть. Кофе подчеркивает, ванилька тоже. Ну, все сбалансировано, все хорошо. Крепости хватает, то есть около 30, думаю, точно есть, может немножко меньше. Угу. Классно, сахар в норме. То есть, кто любит послаще, то можно добавить. Кто любит менее, можно 2 раза уменьшить, скажем так. Тут уже на любителя. Такой напиток, с которым можно экспериментировать. Ну, теперь под нашу маленькую курочку, то есть перепелочку, узнаем, что я там накоптил.
Ну, запах такой, что можно вкушать и вкушать. Класс. Оторвал себе маленькую лялечку. Попробую. Что я скажу? Мясо очень нежное, вкусное такое, знаете. Какое-то оно, ну, приятное. Очень приятное, то есть вполне вкусная такая вещь. Это перепелка копченая. Хорошо она прокоптилась. Нормально. Просушилась тоже хорошо, потому что чувствуется, что мяско было немножко подвяленным. Оно не запеченное, а именно вот прокопченное, как и положено. Мне понравилось. Думаю, скажем так, гостей удивить таким блюдом вполне возможно. Так, а теперь подкопченное крылышко. Скажу так, что я крыло не сушил, ничего не делал. Оно буквально часика полтора просолилось, там, промариновалось. Мариновал очень просто. Ну, там все, что было понемножку. И сушеный чеснок, и смесь перцев, и немного паприки, и немного... Ну, все, что было, то и положил. Не сушил, то есть как есть. Ну, посмотрим, что получилось. Такое вот оно. С одной стороны, оно имеет красивый более-менее вид, а с другой стороны, вот видите, такой вот у нее как будто бы она такая чересчур загорелая. Это она не подгоревшая, просто что было много влаги, и скорее всего сверху нагар он так вот подстелился на крылышко. Давайте под крылышко. Ну, амаретто — достойный напиток. Я прям очень довольный. Это с тех, что можно кого-то гостить, похвастаться. Крыло. Ну, как видно, крыло нормально все с ним случилось, все хорошо. Прс! У меня коты кружили просто. Пропеклось, прокоптилось на вкус. Вот видите, ждут, пока я доем и дам им. Окружили меня со всех сторон. Ну, крыло, кстати, очень достойное получилось, очень вкусное. Ну, классно, то есть это идеальная закусочка под пивко, пойдет аж быстро. Невзирая на то, что я его не просушил, не провялил, а буквально часик-полтора засолил, промариновал и сразу же в коптильню, то круто, круто. Итак. Оп. Еще немножко, потому что напиток очень понравился. Рекомендую. Делайте. Угощайте друзей. Вкуснотища. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Вступайте в группу ВКонтакте. Я там выложу также фото, что я делаю, и больше информации, нежели на YouTube. Всем спасибо. Пока.